Они самые популярные спортсмены в Украине. Восхождение на Олимп профессионального бокса братья Кличко начали в Германии в один день, ровно 15 лет назад, 16 ноября 1996 года. Больше о королях кожаной перчатки в сюжете Дмитрия Лазуткина. Без них профессиональный бокс, и в частности самая престижная супертяжелая весовая категория, имели бы совершенно иное лицо. Когда на профиринге ровно 15 лет назад появились братья Кличко, многие зарубежные специалисты не различали Виталия и Владимира. Со временем украинцы не просто прервали многолетнюю гегемонию чернокожих боксеров, а собрали все чемпионские пояса, воплотив свою давнюю мечту. Впрочем, впереди у них новые цели. Я думаю, что есть мечтания, мечты, которые хотелось бы осуществить в жизни. Например, провести поединок в Украине. Владимиру сейчас 35 лет, Виталию 40. В их карьерах были яркие победы и досадные поражения. Сейчас они на вершине и на покой не собираются. Физически себя чувствую молодо, но, по крайней мере, возраст меня не гнетет. На данный момент у братьев Кличко на двоих 99 побед на профиринге. У Владимира появится прекрасная возможность округлить эту цифру 10 декабря в бою с французом Мармеком. Дмитрий Лазуткин, спорт в подробностях, телеканал Интер.